Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Так, давайте... О, здесь вот у нас дополнительные эти уровни открылись. Их у нас тут раз, два, три, четыре, пять, да? Пять, надеюсь, я ничего не пропустил. Ну, давайте с вот этого начнем, он самый первый. Тут у нас, значит, гоблины. Честно, я б такой, чтобы построить здесь одну вышку Теслов, но у нас на нее денег нет. Ну ладно, поехали. Может, на гоблинах насобираем? Так, на самом деле, против гоблинов наши кидатели копий... Блин, за гоблинов дают всего лишь по 3 монетки, это ж пипец. Так мало. Вы бы кидали в разных. Вот, дошло до них. Они стали кидать в разных. Сразу два гоблина. Кстати говоря, вот тут тоже можно поставить. Блин, а эти кидают по одному. Вот глупые. Ладно. А тут что, чисто одни гоблины? Бумс. Армагеддон. Так, 260 уже почти Тесл есть. Почти есть Тесл. Туда закидывайте копия. Слышь, герой, а ты чё вообще тут стоишь? Ты иди дерися. Вон, призывай там чубургена этого своего. О, все, Тесл есть. Ну, Тесл чисто так сразу всех выносит. Ему теперь еще вот это надо, чтобы он побольше таргетов мог выбирать. Ну, здесь у нас уже застава такая мощная. Вот, смотрите, гоблинцы как... Тын-дын-дын. Так, чисто тын-дын-дын. Армагеддон! Тынс. Тосты. Так, давайте сразу следующий уровень, чего ждать. Тесл есть один. Справимся. Один Тесл есть, справимся. Все. О, чисто так. Ты-дым. Горгульки. А чё второй раз не ты дады? А, понял. Окей, пристреливались. Тут, я так понял, чисто лагерь. О, новый враг. Орк-чемпион. Чемпион орков. Slow speed, но великая броня. А ну-ка, слушай, ты. А, я думал, он один. Их куча. Тогда стой. Беги на место. Я думал, он один, ну, все-таки чемпион. А их тут несколько. Так, давайте, тут 20 волн, поэтому пока Тесл еще один строить не будем. Я помню, у нас там была ачивка, типа, убейте 50 выстрелами снайперов. Что-то такое, попробуем ее выполнить сейчас, поэтому пока... Так, ты давай сюда, в серединку. Поэтому сейчас построим вот этих мушкетеров и им снайперский выстрел поставим. И возьмем, я думаю, эту ачивку. Так, ну я думаю, можно уже следующий уровень. Блин, как всегда, волки. А, ну они только отсюда. Ну и отлично. Стоять, стоять. Так, надо, короче, армагеддонить. А то... Блин, вот я еще раз заармагеддонил достаточно коряво. Ну, нормально. Отстояли. Вот, снайпер-шут. Там была ачивка. Вот мы ее сейчас возьмем. Вот мне эта вышка снайперов не нравится, но ради ачивки.
Так, волков вроде нет. Давайте, следующий. О, снайпер-шут. Этим вообще до фонаря на моих лучников. Ну, зато теслы по ним фигачат. Ну как, не сильно-то теслы по ним фигачат, я вам должен сказать. Не, ну все-таки фигачат, но не сильно. Скажем так. Ну, поэтому и то сильнее теслу фигачит. Блин, короче, Армагеддон сюда впору сделать, вот туда и все. Так, тут волки есть. Вам что, даже Армагеддон по барабану? С каких это пор? Герой! Герой твою дивизию! Сюда беги, видишь, прошел тут чубзик. Вот надо, чтобы он не прошел. Так, держите свой снайпер-шут. Пипец, тут этого фигачат. Слушайте, орки-чемпионы? Крутые чуваки, я вам должен сказать. Прям хоть этого ставь. Хедшот. Наконец-то. Вы хедшоты почаще делайте. А то мне ачивку хочется взять. Так, теперь. Теперь вот я не знаю, где лучше пост... О, хедшот. Орк! Блин. Еще и игра свернулась у меня. Походу прошел, да, один? Ну, один, насколько я помню, это ничего страшного. Так, давайте вот тут мага сейчас поставим. Маги против них будут великолепны. Блин, они, конечно, фигачат далеко. Эти чубзики. А как он вообще в этого смог выстрелить? Что-то я сейчас вообще ничего не понял. Блин, прошел один. Ну, хедшотики мы не хотим стрелять. У вас на хедшот 60%, насколько я знаю. Пипец. У них какие-то, может, проценты другие, не такие, как у всех. Так, давайте сразу следующий. Еще новый гоблин. Запер. Avalanche, throw bombs, exploding dead. Чё-то я не понял, чё. О, хедшот. Замечательно. Хедшот это всегда хорошо. Так, колдун, да что ж тут так мало денег в этом уровне? Блин, вот и карачун наш идет, мне кажется. А, это лучники, только... Гоблин Эдишн, да? Как бы такая. О, хедшот еще один. Так, герой, видишь, проходит. Давай сюда. Бросай там нафиг всех. Проходят, значит, сюда давай дуй. Тут Тесл фигачит. Тесл! Да блин, вот это, ага. Да куда, куда они побежали? Блин, это идиотизм. Вот это реально идиотизм сейчас был. Нет. Пиндык. Да, надо все-таки, наверное, магов вставить. Слушайте, а не такой-то простой уровень оказался. Что-то наши хедшотчики. Держите вам промаксшенную эту штуку. 18. Еще один прошел из-за них. У них 60% шанс на хедшот, и они... И они нифига им не попадают. Ну ладно. Так, тебе надо Авада Кедабру вкачать в таком раскладе. Держи. Авада Кадавра.
Вы давайте хедшоты. Во, хедшот, красавчик. А ты давай иди сюда, а вы давайте следующего вам вообще. Ну, эти, конечно, не пролетят. Авада Кадавра. По-моему, еще есть ачивка на телепорт от... Так, давайте. По-моему, еще на телепортирование есть ачивка, поэтому я тоже это промакшу. Что-то там какая-то есть, короче. New enemy. Сколько тут этих new enemy будет? Нафиг зафигачить этих всех рыцарей здесь. Потому как... О, он их теперь может оттелепортировать. Замечательно. Так, давайте, наверное, еще тут мага поставим, потому как он всяко полезней. У него там... О, оттелепортирует. Второго мага поставим, вообще никто не пройдет. А это вот это Ньюи... Хедшот. Да, вот против таких супербоссов они, конечно, круто, что они могут сделать хедшот. Ля ту варата ниту. Так, давайте следующий. Лео. О, волки. Авада кадавру вам. Так, я вот сюда, пожалуй, заряжу Армагеддон против этих рыцарей сразу. Так, давайте Авада Кедавру еще. О, Авада Кедавру. За Авада Кедаврил его. Замечательно. Так, это всего-навсего 13-я волна. Из скольки там, из кучи, короче, волн еще. Наверное, следующую вот тут поставим. Или вот здесь вообще, или вот здесь. Не знаю, где. Так, телепорт по максимуму. А ты сюда не достаешь, да? Вот это плохо. Герой, давай, вызывай там свою подмогу. Так. Че, никто там хедшот не хочет сделать? В эту, или Авада Кедавру? Не, никто. Ну ладно. Так, запин... О. Возврат. О, Авада Кедавра. You shall not pass. Так. Жаль, нельзя посмотреть процент выполненной ачивки. Ладно, давайте хедшотеров еще раз поставим. Еще одних. О, хедшот там был. Видел хедшот, две Авады Кедавры так синхронно. Надо электричество прокачать им статическое. Слушайте, так много этих волков. И они ничего не могут сделать. Так, хедшот. Давайте следующую волну. Еще один new enemy. Это уже сильно много new enemy. Ух ты, всадники! О, мне ачивку дали. Даст ту даст какую-то. Так, я не знаю, насколько эти всадники сильные, но... Хедшот, отлично. Так, может сейчас на хедшоте нужное количество, да на Авада Кедабрируем. Но эти вроде бы не сильные такие рыцари. О, там захедшотили кого-то. Еще захедшотили, замечательно. Так, глядишь, и на хедшоте. Так, вот тут, наверное, есть смысл Армагеддона.
Вот, отлично. Так, держите вам тут еще такую ачивку. Ну, вон тут эти дядьки бегут. Так, герой, давай. О, хедшот, хедшот, замечательно. Пристрелялись. Круто. Это плохо. То, что они там так прошли. Эй! Ё-моё, у меня игра сворачивается, у меня второй монитор, и я когда туда в край... Вот сейчас там уже пипец, уже куча людей прошло. Так, ну ладно, это все из-за того, что я сейчас хочу взять ачивку. Поэтому я тут играю не оптимальным образом, естественно. Прокачиваю всякие тут ненужные башни. Вот, чисто чтобы взять ачивку. Вон, 13 жизек осталось. Ну, этот уровень я во всяком случае хочу пройти. Ну, естественно, мы его потом переиграем. Вот. Ну, надеюсь, нам хоть ачивки дадут. Так, короче, понеслась. Армагеддон. Ты давай иди тут, бейся в этих, в пекле в самом. Вообще надо вот здесь усилить, наверное. Я вот не знаю, то ли хедшотами усилить. Не, я здесь, пожалуй, колдуном усилю. Вообще нижняя линия какая-то нереальна. Я не могу проиграть. 4 жизьки осталось, 3 жизьки осталось. Нифига себе, это все, мы проиграли. Quit. Так и главное, мы ачивку-то выполнили какую-нибудь или нет, я что-то не понял. Achievements. Так, здесь все выполнено. Freeway, Search on the... Это я не понимаю, что надо сделать. О! Дезинтегрейт 50 энемис. То есть Авада Кедабра нам надо не на... Больше не нужно. 50 шотс, 50 киллс. А вот снайп у нас еще не выполнено. И телепорт у нас еще не выполнен. Хм. То есть нам нужно снайп и... Вот этот вот телепорт. Да, теперь Dust to Dust мы сделали уже. Интересно, жаль не показывают, сколько у нас сделано, какой процент сделан. Summon 5 Rock Element on any one stage. О, давайте вот эту ачивку попробуем сейчас выполнить. Ну ладно, уже в следующем выпуске. Ладно, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.